Всем привет, с вами Дис, это 65-я серия обзоров модов. Сегодня у нас один мод, который изменяет звуки в игре Майнкрафт. Я все это быстро выговорил и сейчас помедленнее расскажу для слоупок. Нажимаем на что-нибудь, изменен звук. Сейчас я поставил такой саундпак, то есть пак звуков, что все звуки озвучены одним человеком, причем озвучены его ртом. Заходим сюда, громкость ставим на 55%, потому что разговаривать я сейчас буду мало, буду показывать вам звуки в мире. И да, создаем мир. Сейчас мы появимся. С третьей попытки я наконец-то появился в своем мире. И давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Для начала звуки. Ломание. Больше я говорить ничего не буду, думаю, вы поймете сами из того, что я буду Новых звуков в игре нет, потому что этот саундпак делался на версию 1.8. То есть звуки умирания старые. ВТФ. ВТФ. Всего этот саундпак добавляет более 150 новых звуков. Самые интересные из них в аду. Thank you.
Знакомо? Еще раз. Классно, не правда ли? Еще вот. Классно, да? И все остальные звуки, которые были в версии Minecraft 1.7.3. Для этого мода, и для мода, который разрабатывает автор сейчас, этот мод называется Sounds Pack мод. Это называется Sounds Enabled, поэтому я обозрел именно его место, Sounds Packs. И на этот мод сделано уже куча Sounds Packs, причем их можно делать самому. В официальном форуме, ссылку на который я оставлю в описании, как всегда, есть инструкция по созданию своих собственных Sounds Packs. А пока я с вами прощаюсь, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно комментируйте. Вступайте в группу ВКонтакте, также фолловьте меня в Твиттере. Мод можете скачать из описания. Пока.